3 ноября Михаил Лесин приехал в Вашингтон только ради того, чтобы посетить деловой ужин в Институте кино на аналитическом центре, специализирующемся на России. Другим гостем на ужине был Петр Авен, глава совета директоров Альфа-банка, который и организовал приглашение Лесина. До смерти бывшего министра оставалось 2 дня. Лесин снял номер в вашингтонском отеле Four Seasons, который соответствовал его представлению о роскоши. В новом отчете утверждается, что он выпил весь алкоголь в мини-баре. Как минимум один раз его видели в холле гостиницы в трусах. В сообщении полиции говорится, что секретная служба США в это время уже находилась в отеле. Ее основная задача состояла в охране неназванного чиновника, заселившегося в гостиницу. 4 ноября в Вашингтоне проходило мероприятие Атлантического совета. Авен участвовал в мероприятии в Атлантическом совете. Лесин тоже хотел получить приглашение, но представители этой организации отклонили его запрос. 5 ноября Лесин переехал в дешевый отель DuPont Circle в другой части города. По словам одного из источников Радио Свободы, имевшего прямой доступ к номеру Лесина, в момент смерти бывший министр не мог находиться один. На фотографиях, сделанных полицией, видно большое количество бутылок из-под спиртного, пачки долларовых банкнот и груды смятой одежды. В новом отчете также указано, что одному из сотрудников управления главного медицинского эксперта Вашингтона якобы звонил друг Лесина и интересовался местонахождением умершего. Документ о звонке датирован 5 ноября 2015 года. Кто именно выступал другом министра, в отчете не сказано.